опять они здесь. Вы что, дорогу домой потеряли, пострелята? А ты куда смотришь, Михо? Хозяин называется. Где они? Да ты пугни их как следует, чтобы они за версту наш двор обходили. А ну вон отсюда, вон, вон. Вон, я вам покажу. Кыш, кыш, кыш. А здорово, что дёру дал. Струсил. Сам ты струсил. Я что ли первый побежал? Ты? Нет, ты. Нет, ты. Ты. Да. Мама. Да, надо купить этот порошок. Ну, конечно, я же говорила. Сама стирается. И вообще много чего хотела купить. Не знаю, хватит ли у нас времени. Мама! Ой, вот они где, Гогия! Баха, ну что за ребенок? Где ты так вымазался? Ну кого ты похож? Просто оборванец какой-то, ну что мне с тобой делать? Вчера вечером я тебе все выстирала, погладила, устала, и все зря. Ма, ты уезжаешь? Ну перестань, Баха, ты ведь знаешь, мне нужно сдавать экзамены. И волосы как у папы отрастил. И ты в город уезжаешь? Я в субботу вечером уже вернусь. Только смотри у меня, слушайся папу, ясно? Напомни ему, пускай калитку починит. И пусть дров наколет, я приеду, буду печь хлеб. Лучше скажи, ты экзаменов боишься? Конечно, боюсь. И здесь краска. А тетя Маро? А чего их бояться? Эх ты, трусиха, как тебе не стыдно. А ты мне луноход привезешь? Привезу, я же обещала, все привезу. Только будь умницей. А Бахи? Бахи что? Что-нибудь придумаем, не волнуйся. Боже, какие руки! Ты что, купаешься в чернилах? Проливается, я не виноват. Ну все, кажется. Беги домой, и чтоб Гогия. Сразу домой, беги, слышишь, Баха? И за уроки. Баха, Гогия! Отойдите! Ты смотри, что вытворяет безобразник. Еще смеется. Идем, Мару, опоздаем. Мамочка, мы вас проводим, ладно? От автобуса. Не задерживайте нас, кому было сказано, идите домой. Нельзя, до свидания. Вы же тоже ничего не привезли. Опоздаем, быстрее. Смотрите, студентки, не нахватайте двоек. Нет, моя. Испортил. Опа. Встань, говорят. Дурак. Сам дурак, сам дурак. Ну ладно, давай. Посмотрим, сколько ты весишь. Ты уж побольше, чем ты. Сейчас. Так. Сторож. А, бежим. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, дядь Нико. Вы что, обедать сюда пришли? Лучше помогли немного. Это мы можем. Руса! Руса! О. Давай, давай, ребятки. Сейчас. Вот это другое дело. Спасибо. Не фыркай. Красиво? Ничего вроде. Ну, сели, а? Поехали, поехали! Худого! Худого! Оранжевый! Ну, еще, давай! Давай, давай! Ну, чушь эх ты! Давай, свет, держи! Хорошо, запускай! Пошла, 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 пошла! Ура! Ура!
Нет, лучше ты ко мне. А мой отец скоро с работы вернется. И мой тоже скоро с работы вернется. Ну, пока. Пока. Эй, Паха, не опаздывай завтра. А, здравствуйте, опять появились. А у нас и своих хватает. Он пошёл, я всех на шашлык не пустил. Еще раз подрал. Убирайся, убирайся. А, она еще и недовольна. Никогда за собой калитку не закроют. Да. Гоги! Гоги! Куда он делся? Гоги! Я здесь, папа! Я застрял, отец. Так тебе и надо. Отец! Когда ты оставишь в покое птенцов? Слезай. Мама уехала? Уехала. Бип-бип, бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип, бип-бип-бип-бип. Эй, Баха, перестань бибикать. Отнеси корзину на место. Это не корзина, а жигули. Жигули. А что, мама уехала? Уехала. Оно и видно. Она в субботу вернется. Гоги, вот что. Беги, сынок, к отцу Бахе, позови его к нам, вместе пообедаем. Ну, беги, чего смотришь? И Баху позову, хорошо? И Баху тоже позови. Не оставлять же нам его одного. Мой отец сказал, чтобы я твоему отцу сказал, чтобы твой отец пришел к нам, чтобы вместе пообедали, чтобы ты тоже пришел. И мой отец сказал, чтобы я твоему отцу сказал, чтобы твой отец пришел к нам, вместе пообедаем, и чтобы ты тоже пришел. Не оставлять же тебя одного. Передашь твоему отцу? Передам, а ты передашь? И я передам. Эй, ты что вернулся? Ну, чего смеешься? Я Гоги встретил, его отец говорит, чтобы ты приходил к ним обедать и меня с собой взял. Слушай, тебе было сказано, чтобы ты привел отца Гоги? Сейчас же иди к нему и передай, что я жду его обедать. И Гоги ее позвать. Да зови, зови. Тебя что? Мой отец говорит, что не придет к вам обедать. Пусть твой приходит. И мой отец говорит, что он не придет к вам обедать. Пускай твой приходит. Так что делать будем? Не знаю. Ты передашь отцу? Я передам. А ты своему передашь? Что ж делать? Передам. Ты что, один вернулся? Я Баху встретил по дороге. Он говорит, что его отец сегодня к нам не придет, что он тебя ждет к обеду.
Я сам с ним поговорю. Идем. Гогия передал, что его отец не придет. Он тебя ждет к обеду. Ничего тебе поручить нельзя. А ну пойдем. Сейчас я тебе покажу, как надо разговаривать. Двух слов толком не мог передать. Ну, быстрее, быстрее. Гогию он встретил. Ты почему ко мне не идешь? А ты почему ко мне не идешь? Особого приглашения дожидаешься? Слушай, зачем мне пить твою кислятину, когда у меня в доме нектар, а не вино? Кислятина? Чем пить твою подкрашенную бурду, уж лучше мою кислятину, как ты ее назвал. Бурду? Ба! И как это только язык? Раньше ты говорил другое. Слушай, Ладо когда-нибудь твое вино пил? Конечно, пил. А какой Ладо? Какой-какой наш бригадир? Пил и хвалил. И мое тоже пил. И твое пил, допустим. Вот пусть он и решит, чье вино пить, твой нектар или мою кислятину. Давай. По рукам? По рукам. Пошли? Пошли. Сейчас все выясним. Ага. Ладо! Ладо! Бригадир! Ладо, ты дома? Что у вас там случилось? Да у нас тут, понимаешь, спор вышел. Ты вот скажи, чье вино лучше? Его вино или мое? Чего-чего? Ну, чье вино лучше, его или мое? Вино? Ни твое, ни его не годится. Вы вообще оба не умеете его готовить. Вот у кого хорошее вино, так это у меня. Лучшее вино в Грузии. А чего там торчите? Проходите в дом, там поговорим. Зайдем? Зайдем. Раз бригадир приглашает. Почаще бы ко мне с такими важными вопросами обращались. Идите, идите. Это все он. Он. Ты тоже хорош. А чего он мое вино кислятиной называет? Опять за свое. Да, Ладо. Ты знаешь, что хромой Сандро у нашей бригады раствор стащил и сам виноградник поливает свои. Он уже такую нахлобучку получил. Надо им еще один ход прорыть. Ага, вот здесь. А этот какую соломинку тащит. О, кажется, ребята набрали орехов. Пойдем тоже. Пойдем. Есть, попал! Ух ты, какие крупные! А я двойняшку сбил. Проверим порядок. Сторож! Сторож идет! Ох, и взгрей! Бежим!
Брысь отсюда! Брысь, разбойники! Хатуна! Хатуна! Давай меняться. Твои перцы, наши орехи. Согласна? Какие перцы? Держи фартук. А орехи, знаешь, какие вкусные. Вот. Ну, хватит. Это тебе, а это тебе. Ого-го, какие душистые цветы. Спасибо тебе, Хатуна. Ну, печет. А ты что думал? Мед пробуешь? Это же перец. Да, и не чей-нибудь, а Шелашвили. Ну что, очень горько. Хотите, я съем эти перцы? Чего съешь? Держу пари, что я съем ваши перцы. Без хлеба? Без хлеба. А если не сможешь? Тогда все ваши орехи мои. Какой хитрый. Нет, если не съешь, что мы тогда получим? Если не съем, дам по крольчонку. Я хочу беленького. Получишь белого. А мне серого можно? Можно и серого. Давай начнем с твоих. Почему это с моих? Потому что так лучше. Ну, ты готов? Готов. На, ешь на здоровье. Ой, Паха, ты смотри, поглубже дыши, Жихва, поглубже. А, куда это он? Ой.
Что? Что случилось? Сама не знаю. Куда вы бежите? Что происходит? Может, он с ума сошел? Что? Может быть? Когда уж ты за ум возьмешься? Что за дурак надоумил тебя есть этот чертов перец? Ой, ну что ты копаешься с этим кувшином? Давай скорей! Покоя от тебя нет. Вечно что-нибудь придумаешь. То одно, то другое. На, возьми уксус, прополощи рот. Согреть бы тебя как следует. В другой раз умнее был бы. Эх, голова из-за тебя кругом идет. Сама не знаю, что делаю. Надоел ты мне со своими проказами. Вас тоже не мешало бы взгреть. Такие же пустозвоны. Часто вы тихие, а по лицам вижу, что нашкодили. Небось, вы и перец подсунули. Видно, ваши матери уехали, вот вы и разошлись. Да отстань ты от них. Ха, заступник нашелся. Ишь, стоят, как ангелочки. Ты куда? Переоденься, Джихва. Ты же весь мокрый, простудишься еще. Я не мокрый. Все делает шиворот на выворот, все не как у людей. Пошли. Изверги, управы на вас нет. И орехи, видно, где-то стащили. Ну, шалопай. Ой, какие хорошенькие, пушистые. Этот вот мой. Тот серенький, видишь? Вон хвост торчит. А этот какой нахальный, еще передавит все. Да это они так играют. Забирайте. Ну, забирайте. Да ладно, не обязательно. Не надо, Джихва, мы пошутили. Да что болтовню разводить? Пари есть пари. Раз проиграл, забирайте. Хочешь, я тоже беленького возьму? У тебя мало серых, а? Не хочу. Слово есть слово. Я этого возьму. Иди сюда. Мой хороший. На, возьми. Не нужны мне ваши орехи. Лучше скажите мне, что это за перцы, кто вам их дал? Ну кто, Шалашвили? Из кривоносых Шалашвили или из Шалашвили хвостунов? Из Шалашвили хвостунов. Да-да, из хвостунов. Эй, Шалашвили, хвостуны! Кто он раскричался? Я вам этого так не оставлю! Вы у меня еще поплачете! Что с ним такое? Какая муха его укусила? Ну, идешь ко мне или не идешь? Почему я должен к тебе идти? Да потому что твой отец наверняка к нам пошел. А может, твой отец к нам пошел? Спорим, что они у нас? Вечно ты из-за всего споришь, надоел. А ты мне надоел еще больше.
Твоя взяла, они к нам не пришли. Как не пришли? Куда же они делись? Наверное, все еще у бригадира. Пойдем посмотрим. Угу. Пойдем. Вы бы поборолись, что ли? Это с ним-то? Я его уложу в два счета. Тамаде. Ты спокойно слушаешь, как тебя оскорбляют. Да мне за тебя просто стыдно. Это здесь он лев, а выйдем сразу в зайца превратиться. Слушай, я... Это я знаю. А ну иди сюда. Выходи на борьбу. Мне бороться. А тебе? Кому ты? С тобой. Выходи, выходи. Я тебя сейчас покажу. На всю деревню тебя сразу. Ты с ним посторонний. Но если вам его не жалко... Подождите, все должно быть по правилам. На ковре встречаются толстый Кибратошвили и тощий Токликашвили. Подожди. Душ! Давай. Начали. Руки. Давай, парни, давай. Ну, куда тебя положили? Покажи место. Брат, держись. Эй, писаться нельзя. Ну, все, готов. Не считается не по правилам. Убери своего. Помогай. До седых волос дожили, а ума не нажили, а болтусы вот вы кто. Ты тоже хорош, но сил от вас у меня больше нет. Вот вернутся из города женщины, я им все-все про вас расскажу. Возьмутся за вас как следует, попляшут. Сегодня день. Среда вроде. Среда, потом четверг, потом пятница. Ой, как же еще долго. Да, долго.